Добрый вечер, уважаемые товарищи, дамы и господа. Сегодня в программе «Никому не нужны имена» я хочу представить на ваш суд творчество невеликого и, к счастью, никому неизвестного певца и композитора Петра Костлявого. Петечка, я хотел бы задать тебе такой вопрос. Каким образом ты добился такого неизвестия вообще вот в мире? Отсюда вот, читаешь, вот отсюда пошел. Я очень старался, работая над своими произведениями и днями, и ночами. И наконец-таки на студии «Веселые глотки» вышел мой первый альбом. Не то в мрак, не то в аудио, не то в видео изображении, погано, вот. Не то, это все не то, не то, не то настроение. У меня нет того голоса. Ага, ну все. И я вот он. Уважаемые товарищи, дамы и господа. Не приходило вообще ни одно письмо на нашу передачу по вашему поводу. Вот. И я хотел бы сразу задать этот очень, опять второй, очень нефтемячный вопрос вам лично. Как же все-таки вы относитесь к творчеству, так сказать, других, также невеликих композиторов? И, продолжая тему... Это мой текст. Это мой текст. И продолжая тему нашего разговора... И... Продолжая тему. Это мой текст. Это мой текст. Фу, какая гадость. Да, а что у нас там по другой программке? Сейчас я посмотрю. Одиннадцатый канал.